Давайте попробую этот пирожок. Перчик. Да. Бомбический. А Виталик как сказал? Супер сказал. Нет, нет, он сказал эти твои крендельки. Готовы, говорит, кренделя твои, наверное, уже там сгорели. Ребята, такие в магазине не купишь. Да, ну можете сами испечь. Как пасочка с ягодками внутри. Очень вкусненько. Ага. Тебя видно? Конечно. Обалденная. Я черная, как еще один съешь. Да нефиг делать. Слюнями обтекайтесь. Обтекайтесь. Тебе надо мукбанги для голодных записывать. Обалденно, ребят. Клянусь всем на свете, это просто божественно. Они тают во рту. И вот эти вот ягодки, они такие сочные, дают такую пикантную кислинку. В магазине такого вы не купите. Я вам просто отвечаю. Вы сами приготовят, да? Да, готовьте сами. Приятного аппетита. Давайте я тоже съем, а то я держу телефон. Не знаю, что там наснимала. Обалденно. Я тебе сахар не добавляла в чай. Замечательно. Буду стройнее. Я без сахара. Виталик, больше вкусов. Виталик сказал, что кислые ягоды. Нет. Как раз, если бы они были бы сладкие, не чувствовалось бы тесто, не чувствовалось. А так тесто сладенько, а вот эти вот ягодки, они кисленькие. Вот эти вот ягодки, да, которые мы не можем съесть. Как можно такое не... Это просто божественно. Обалденно. Можно с этими... съесть вместе вот с этими штучками. С этими не надо. Иришка будет с этими съесть. Партия. Нет, очень вкусненько. Просто. Бог, а я Иришку накормила. Бог, я ее в следующий бог раз... пирогов и всяких выпечек. Это 100%. Я в следующий раз насилком Иришку притащу к себе домой и буду ее кормить. Потому что я вот увидела ее, она очень похудела. Это корсет делает свое дело. Иришка, я не знаю, с корсетом она или нет, но видео, которое я смотрю, и в реале человек, это два разных человека. Как? 3 килограмма ушло. У тебя? От меня. Бедная. От корсета, говорит, 3 кило ушло. Корсет бомбический. Она вас дурит, она его забыла у меня. Сегодня заберет. Вот там-то она начнет худеть. Стремительно. Сейчас мы на тебя его напялим. И пока ты в метро доедешь до дома, ты все 6 потеряешь. Меня украдут по пути, когда я буду ехать домой. Какая сразу, да? Пока я ехала, меня там уже 4 хотели снять. Клянусь. Думаю, я не доеду до Оли. Ну а что делать? Ты слишком хороша. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. 100%. Ты же загоревшая, как будто ты где-то отдыхала, прямо, да. Знаешь. На каких-то островах. Угу. Ну, это было как раз и на острове. Да. Ой, да неужели мы скоро уедем в отпуск? Ой, я так вам завидую, столько красоты увидите. Завидуй мне, завидуй. Просто, просто. Я прям буду смотреть эти видео, и как будто я буду находиться с вами, рядом. И да. Буду как будто видеть это все своими глазами. Только я не смогу потрогать. А все буду видеть. Угу. Это же класс, кайф. Вообще. Я так жалею, что у меня один телефон. Мне надо все-таки второй покупать. Я это думаю. Потому что, знаешь почему? Потому что у меня пока с одного грузятся видео. Надо на второй снимать. Это я уже даже сейчас дома понимаю. Пока, например, что одно... Ты мне не сказала, я приду? Не, у меня есть. Мне нужен такой, как я хочу. А, у меня есть еще телефон, но он мне не подходит. А. И, наверное... Не знаю, ну, наверное, что в каком-то ближайшем будущем, к следующему какому-нибудь отпуску, к Новому году, я надеюсь, вдруг у меня будет новый телефон. Конечно, один. Будет. Конечно, будет. Даже не сомневайся. Мне Виталик у меня спросил, говорит, тебе такой бы хотелось, такой, как я хочу. Я говорю, хочу. Он слишком дорого, и дед отказался покупать. Дед отказался покупать? Да. Ах, засранец такой. Он сказал, что 120 тысяч это слишком много. Вот старый фридж. Значит, как этот огнетушитель выпрашивать, это нормально. Для своего подсвечника, да, нет? Да,
А как купить телефон? За маленькие, малюсенькие денежки. Малюсенькие, 120 тысяч. Что для него это? Да это вообще пыль. Два зуба отдал своих. Передних. И все. Вот тебе, Олечка, новый телефон. Ягодки. Ребята, какие вкусненькие ягодки. Ага, вкусненькие. Очень вкусненькие. Очень. Для глазиков. Вообще супер. Вот рассказывает, заливает. Не, ну я их люблю, честно. А и кислые. Они... Похлеще этой клубники, которая была у нас вот да, здесь. Да ну, ага. Вкусные. Мне нравятся. Я люблю их. Вот я их же ем. Я ем. Ты ешь? Мне очень нравится. А у меня скулы сводят, глядя на тебя. Я не знаю, потому что тебя сводят. Они кислые. Они обалденные. У каждого свой вот вкус. Еще, да. У каждого вот свой еще вкус. Раз подтверждает эту фразу, что на вкус у тебя товарищей нет. В прошлый раз я съела пол тарелки, когда была у тебя в гостях. И сейчас я кушаю. Это что значит? Что я заставляю себя есть? Нет, потому что мне нравится. Ешь. У меня там, кстати, в пачке еще, потому что это новая партия. Я думала, что она будет получше, а она нет. А, так перетери с сахаром и поставь баночку в холодильник. Не хочешь? Я лучше тебе высыплю, и ты заберешь с собой. Будешь по дороге сидеть. Нет, реально вкусненькие. Я не знаю, вот я вижу, как ты ешь, а у меня все равно вот здесь сводит. Не-не-не. Если даже где-то у меня дергается, это от удовольствия. Глаз дергается левый. Косит левым глазом. От удовольствия. Аж брызнула. Жалко не вас. Ой, ну что ж ты так? Там дед был, ладно, еще на его лысину, но не на всех же. Не-не-не. Ему его все, два, все, два волосика. Всех. Я на всех брызгать даже и не собираюсь, у меня нет такого таланта. А вот это, он мне пишет, с днем рождения. Дед пишет, с днем рождения. Я пишу, батюшки, не верю своим глазам. Господи, а где все остальное, да, вот это вот все, Мерседес и БМВ, вот это все. Говорит, не успел. Не успел. В смысле? Ну не успел человек, понимаешь? Да ладно. Слишком поздно я сказала о том, что хочу. Господи. Ну я готова подождать, честно. Я даже готова в августе это все принять. Кстати, у сына будет день рождения, вот как раз можете мне на день рождения сына подарить. Да, даже хрен с ним, ему дарите. Квартиру как раз у него нет, да? Машину у него тоже нет. Но серьги себе заберу, естественно. Не знаю, он вообще смотрит такие видео или нет. Надо как-то, знаешь, как это, говорят, вызов, надо поставить это, как на него, ссылку. Да. Да. Так я даже не знаю, он же, понимаешь, он нигде метки не ставит. Он в YouTube сидит, и нигде шевелится. Ни одного комментария нет. Я даже не могу его ткнуть, типа, давай сюда, приходи. Он, наверное, короче, ну, просто молчаливый человек. Он, который... знаешь, когда он будет в эфире что-то писать, перейди к нему на страницу и скопируй ссылку этого старого хрыча. И мне кинь! Обязательно сделаем. Мы я его буду рассекретим. Его везде, я знаю, где я его буду упоминать, буду писать. Протирай лысину, сейчас будет жарко. Полируем. Да. Чихните. Завтра вы уже будете... Ночью. В пути. Ночью. Это даже не завтра, а послезавтра. Свободные люди будете ехать в свободном... Как сказать? В свободном полете, будем так говорить. В свободном полете в новой отдыхе. Куртке. В новой куртке. Да. У меня новая куртка. Офигительная. Она, кстати, одна единственная, так что. Ну, есть похожие, но это одна единственная. Как мне повезло. Специально подбиралась, чтобы она была единственная. Вот так. Позже покажу. Не волнуйтесь. Я так налопалась, вкусно не было. Приятного аппетита вам, друзья мои, телюю.